Мы переживаем критический момент в нашей жизни. Есть работа, которую никто не может выполнить. Поэтому я и позвонил тебе. Рад снова тебя видеть. Всю свою жизнь я готовилась стать машиной для убийств. Ты можешь использовать свой гнев в своих интересах. Или ждать, пока он поглотит тебя из-за мести. Скажи мне, какой решение. Ненависть. Это что-то. Я буду винить всех подряд. Они убили моего отца. Ты даже не представляешь, во что ты ввязался. Я сделаю все возможное, чтобы никого из них не осталось в живых. Это только начало.